Вітаю! Це програма про науку компетентно на YouTube-каналі Національної академії наук України. Сьогодні всіх нас і представники академічної спільноти не виключені в цьому. Цікавлять прогнози щодо розвитку економіки як світової, так і української. Особливо враховуючи наші особливості, особливості нашої економіки, сировинний, експортно-орієнтований характер її. Але глобальні економічні процеси настільки складні і неоднозначні, що їх аналіз потребує дуже високого фахового рівня. Науковці саме такого рівня працюють у нас в Інституті економіки і прогнозування Національної академії наук України. Серед відомих наукових здобутків інституту це, в чому я обізнаний, наприклад, аналіз наслідків приватизації в Україні, прогноз економічних результатів приєднання України до зони вільної торгівлі з Європейським Союзом і багато інших глибоких досліджень. І сьогодні у нас в гостях фахівець інституту, який в свій час чітко довів, а по мені відкрив закон чи теорему, що темпи економічного зростання і падіння майже на 99% залежать від кон'юнктури сировинних ринків світу. Це член-кореспондент Національної академії наук України, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України Сергій Олександрович Кораблін. Вітаю вас, Сергій Олександрович. Здравствуйте, Владимир Петрович. Мені дуже лестно слышать такі оцінки, особливо від вас. Ну, то, що я вспомнив, ви можете своїх заслугах вашого інституту ще перечислять безконечно. Да, это институт, я не могу сказать, что это заслуга одного у меня. В общем-то, взаимосвязь сырьевых экономик с конъюнктурой на внешних торговых рынках – это исследуемый процесс, и не только в Украине. Однако, если мы ведем речь о глобальной экономике, что происходит в мире сегодня? Понятно, что все наши взоры, мысли и чаяния, они сосредоточены на коронавирусе. Вот давайте с этого и начнем. Коронавирус. Нет, может быть, не с коронавируса. Он тут, конечно, для всех это очень актуальная вещь. Сегодня у меня утром были какие-то звонки, что новые штаммы появились, что уже проблемы возникают. Давайте, понятно, что эта проблема есть, она и медицинская, она и стала экономической проблемой. Да. И есть и экономический, и финансовый контекст решения этого вопроса. Но для того, чтобы... Но ни один только коронавирус, ни одна эта, как называют ее, пандемия, сегодня является корнем всех экономических проблем. Я с вами согласен, но в то же время должен обратить ваше внимание на то, что в марте этого года вышел доклад руководства Международного валютного фонда, в котором было четко показано, причем авторами этого доклада были исполняющие директор МВФ Кристина Георгиева и главный экономист фонда. Они показали, что без массовой вакцинации, до глубины вакцинации, до 60% всего населения планеты, решить проблему экономической рецессии и выхода из экономической рецессии практически невозможно. Потому что мы... Это однозначный вывод или нет? Ведь до сегодняшнего дня воспринимается даже во многих ведущих в экономическом плане странах довольно скептически. Вот тот же пример Швеции, Англии, они не ставят так вопрос. И тем не менее, они довольно успешные страны. Владимир Петрович, великолепные. С одной стороны, на мой взгляд, этот диагноз однозначен. И более того, к октябрю этого года он еще был ужесточен до 70%. Сегодня считается, что для того, чтобы выйти из экономической рецессии, необходимо... Для коллективного иммунитета. Да, коллективный иммунитет, глобальный. Не просто коллективный, а глобальный коллективный иммунитет. К 1 июля следующего года необходимо, чтобы не менее 70% населения планеты было провакцинировано. Вы знаете, это очень интересный момент. Извините, я перебью, потому что вы не зря, по мне кажется... Вы были соавтором той статьи или нет, я не помню, но в журнале «Наука и инновации», который у меня честь быть главным редактором, была статья, и мне звонил Валерий Михайлович Гейтс, обратив внимание, я потом ее цитировал довольно широко, что
проблема сегодня борьбы с коронавирусом – это не проблема отдельной страны. Абсолютно верно. Это люди, ведущие страны, если только займутся своими проблемами, они больше потеряют, чем если бы они подарили вакцины, оказали финансовую помощь всем менее развитым странам и глобально в масштабах всей планеты занялись бы вакцинацией. Абсолютно верно. На таких, знаете, вопрос. На благодейных, так сказать, началах. Да, я не могу с вами не согласиться и вернуться к опыту Швеции. Угу. Как вы помните, полтора года назад были очень большие дискуссии, либо идти по пути локдауна, вынужденного локдауна, потому что никто не знал, что это за вирус, какие его спецификации, что можно ожидать, но болезни ширилась, медицинские учреждения, их мощности были почти полностью заполнены, рост смертности, был введен локдаун. Некоторые страны, вначале Великобритания, со Швецией решили идти по уникальному пути. Уникальный путь приобретения коллективного иммунитета ради того, чтобы сохранить экономический рост. Вчера Но где добились этого в мире? Пример. Если мы сопоставим показатели смертности и экономического роста в Швеции, Дании и Норвегии, три скандинавские страны, три экономики, близкие, самое глубокое падение было в Швеции, минус 2,8. В Норвегии там минимальное замедление. Самые высокие показатели смертности при сопоставлении Швеция, Норвегия, Дания, Швеция. Самые высокие там где-то последние данные, приблизительно 1500 жертв на 1 миллион. А в Дании в 3 раза меньше, в Норвегии в 5 раз. То есть идти путем обособления своих проблем и локализации их, решение, к сожалению, это оказалось не выход. Это первое, потом второе. Относительно маленькие страны, экономики, такие как Украина. Да, мы большая с точки зрения территории страна. Значительная численность нашего населения, но в экономическом масштабе да, мы слабая небольшая. Страна, да. Небольшая. Объем нашего ВВП для сопоставления в 135 раз меньше, чем объем ВВП Соединенных Штатов. И в 95, нежели в Китае. Поэтому, если такие крупные игроки на мировой арене вводят у себя локдаун, а мы бы его не ввели, как Швеция, ограничившись самоограничениями, наша бы экономика все равно бы снаружи оказалась бы запечатанной. Ну, потому что нету поставок товаров, комплектации и так далее. Абсолютно это верно. Мы все почувствовали на себе и в рамках Абсолютно. Тоже Академии наук наших предприятий. Падение было бы предрешено. С другой стороны, что выручило? Несмотря на великую рецессию, несмотря на ограничения и угрозы пандемии, все связанные угрозы и жертвы, во время локдауна крупнейшие страны, такие как Соединенные Штаты, Китай, Япония, Евросоюз, Еврозона, они ввели мощнейшие пакеты финансовой поддержки и населения, да, и бизнеса. Да, мы только удивлялись, что такое может быть. Да, бюджетные дефициты были увеличены в Соединенных Штатах до 7% ВВП. Колоссально. Китай до 11%. Извините, еврозона 7%, Китай 11%, Соединенные Штаты до 15%. До 15%, правильно, вот вспомнил тоже. Да. Да, при да. том, что считается, что допустимым лимитом... Ну, процента 3, да? 3%, как? Абсолютно нам, нам сейчас диктуют. 3%. Да. И 60% госдолг. Эти показатели 3%, 60% госдолг у нас заложены в кодексе бюджетном, в бюджетном кодексе. В то время как госдолг в Великобритании в зонах евро вырос до 100%, Соединенные Штаты 130%. А Китай в 4 раза? Китай до 70%. До 70%? Да, меньше. А это в 4 раза это... Это, скорее всего, Япония 250% ВВП. Угу. И что оказалось? Оказалось, что если 1 процентный пункт бюджетного
Нет. Если бюджетный дефицит в Соединенных Штатах увеличивается на 1% пункт, в этот 1% пункт пролетает весь ВВП Украины. То есть масштабы такие, ну, трудно это... Но этот процентный пункт, он занимается выпуском обязательств казначейских. Отлично. Эмиссии. Отлично. Отлично. Которую мы чувствуем на себе. Отлично. Отлично. Но оказывается, что глобальной ликвидности для покрытия этих бюджетных дефицитов нету. Потому что? Потому что... Если взять всю... Надо, чтобы эмиссия доллара так растворилась по всему земному шару, верно. Что уже не хватает земного шара, хотя он большой очень, да? Согласен. Если взять всю денежную массу, которая циркулирует в глобальной экономике, то 80-85% этой глобальной денежной массы имитируется только 6 центральными банками. Только 6 банков. Перечислите их. Это Федеральная резервная система. Федеральная резервная система. Европейский центральный банк. Народный банк Китая. Так. Банк Японии. Японии. Банк Англии. А шестая вы никогда не... Я не могу догадаться. Национальный банк Швейцарии. Швейцария. Как маленькая... они хитро устроились, да? Да. Крупная банковская страна. Да. Получает. Нейтральная. Да. Да, это уникальный офшорный центр. Получается, что когда в этих странах надо резко сегодня и сейчас немедленно покрыть крупный бюджетный дефицит, ликвидности свободной в мире просто нет. То есть они... за эти деньги нечего купить и некуда инвестировать. В глобальной экономике да. не хватает денежной массы, чтобы покрыть эти бюджетные дефициты. Ну да, дефициты. Потому они чересчур крупные. Да, да, потому что имитируется крупные. В других странах. Имитируется национальная валюта в меру появления вот этих резервных валют. Абсолютно верно. И вот в этом проблема на самом деле, которую не понимают в Украине. А что мы не можем сами заниматься эмиссией. А теперь проблема или нет. Благодаря этой мощной эмиссии, так баланс Федеральной резервной системы за последние полтора года вырос вдвое, в два раза. Тогда как... Это условно. Что это такое, понимаешь, чтобы... Это приблизительно. Ну, это не прямо вся денежная база, но почти. Это показатель, который близок к аккумулированной величине всей эмиссии, осуществленным данным центральным банком. За какое время? Вообще. Вообще? Вообще. То есть... Если посчитать от рождения Федеральной резервной системы... Условно говоря, да. До прошлого года, да? Условно, до конца февраля прошлого. До февраля прошлого года. То с февраля прошлого года по сегодняшний день эмитировано столько же денег, сколько за всю историю. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Слушайте, но мы же находимся тогда в уникальной ситуации. В уникальной ситуации, которая непонятно чем может закончиться. Да, но это уникальная ситуация, уникальная для текущего момента. Во время глобального кризиса 2008-2009 года объем эмиссии вырос с 700 в 800 миллиардов долларов до 4... В год или в что? До 4 триллионов. Вот это вот эмитированная масса. Выросла более чем в 4 раза. Правильно, наверное, чтобы всем было понятно, то есть с момента кризиса, для того, чтобы бороться с кризисом, давайте просто назовем ориентировочно абсолютную величину как бы пустых денег, которая была проимитирована Федеральной резервной системой, соответственно, Европейский центральный банк. Я бы не сказал, что это пустые деньги. Но к чему они привязаны? Это была вынужденная эмиссия для поддержки населения и бизнеса. Но просто имитированные деньги. Да, для того, чтобы начинать преодолевать. Так это так называемая, политика смягчения. QE, количественное смягчение. Количественного смягчения. Абсолютно верно. Угу. Абсолютно верно. Я согласен с вами. То есть, на самом деле это печатание денег, которое это нужно затыкать все дыры. Да. Которые образовались, чтобы поддержать как-то экономику и людей. Это так, но деньги печатаются не в воздух. За эти деньги выкупаются облигации Минфина. И потом эти облигации Минфина, они превращаются уже в бюджетные деньги, которые уже соответственно бюджетными кодексами работали по нужным статьям. И благодаря этой эмиссии были профинансированы разработки вакцин, среди прочего.
Ну, это не супер большие деньги в таких, конечно, таких масштабах. Конечно, не супер большие, да. Но благодаря этой эмиссии мы обычно... Там триллионы, а это миллиарды. Да. С июля, благодаря этой эмиссии, с июля прошлого года начался устойчивый рост цен на сырьевых товарных рынках. И нам это помогает. Вот подождите. Вот тут понимаете, я вас поймал на слове. Плюс и минус. Понимаете? Вы нас учили, и, да, так сказать, уже мы все обращены в вашу веру, что влияние наших правительств, оно не настолько сильное, оно, по сути, гораздо меньше, чем влияние сырьевых рынков на изменение ВВП. Так. Поэтому мы плывем, как говорится, по волнам мировой экономики. Абсолютно хорошая. А рулевые у нас, ну, дергают немножко руль, мы вроде бы, но это мало влияет на движение корабля. Да. Лодочка, мы гребем, а имитируем, как будто корабль... Сырьевая волна, да, поднимается, и она, нас поднимает, она гораздо быстрее опускается, нас... мы абсолютно опускаемся. Так, поэтому смотрите, что сейчас творится. Цены на газ в мире выросли колоссально. Цены на руду поднялись там с 50-60 долларов за тонну, чуть ли не там 200 там вы называют правы. И так далее. Вы скажите, правы. А почему мы лучше не живем? Казалось бы, уже Владимир, если в разы меняются цены на сырье, то в разы должно меняться наше благополучие. Выросли или цены, только благополучие тех олигархов, которые выросли, держат сырьевые производства. Владимир Петрович, тут есть нюансы. Во-первых, физические объемы экспорта в мире сократились, с одной стороны. Цены выросли. Долларовый экспорт наш увеличился. То есть потребность сырья уменьшилась. Мы себя поддержали. Это была поддержка из глобальных экономических, финансовых, инновационных центров для всей экономики мира. Это была поддержка однозначно. Если бы ее часть припала на нас. Таким конечно, образом, конечно. Через цены на сырье. Абсолютно верно. Плюс нам стали более доступны внешние кредиты. Они оказались более доступными и по количеству, и по цене. Хозяйственным субъектам в том числе? Да, да. Но преимущественно экспортерам, опять же, этого же сырья. Нашему высокотехнологическому производству или же... Не видно, тому что кто-то им помогал хоть в чем-то. Антонова вряд ли что-то перепало, я думаю. Вряд ли. Но тем не менее, это была поддержка для не только глобального индустриального или неиндустриального ядра, но и для периферийных экономик. Мы от этого выиграли. Однако не... Эти финансовые стимулы, не локдаун, они не решали сами по себе проблему вируса, что с ним делать. И вот часть этих финансовых пакетов были направлены на поддержку разработки частными научными центрами, фармакологическими компаниями, разработка вакцины. Так, вакцина Oxford-AstraZeneca практически на 97% в прошлом году была профинансирована за счет бюджета. Появились вакцины в кратчайшие сроки. Это, на мой взгляд, это сильнейший интеллектуальный и научный результат прошлого года. Кроме того, эмиссия позволила законтрактовать покупку будущих вакцин, потому что для... то есть, грубо говоря, типа госзаказа на вакцины, абсолютно которые правильно будут выпускаться, потому что для частного предпринимателя, да, для важно частного иметь перспективу. Конечно, да. Если он разработает, но он не будет производить, не будучи уверенным, что эта вакцина будет востребована. Это та же самая у нас проблема. Многие, особенно в оборонке, говорят: ребята, ладно, обойдемся без ваших бюджетных денег, дайте госзаказ на несколько лет вперед, или фармацевты. Вот сейчас, кстати, мы рассматриваем тоже вместе с Министерством здравоохранения. Дайте вот то, что нужно сегодня людям, без чего люди не обойдись, фармпрепараты, дайте госзаказ, мы сделаем государственный такой банк этих лекарственных препаратов. И тогда будет подниматься и фармация, и люди будут обеспечены, наша национальная безопасность для критически важных лекарств. Абсолютно верно. Эти вопросы не решаются, слава богу, что там решаются они. Хороший пример. К сожалению, у нас была попытка лет 15 назад, или 10, не помню, уже вспышка была в 2008 или в 2009 году гриппа
тоже. И была попытка возобновить производство наших национальных вакцин. Была запущена государственная программа. Не напоминайте, это два было этапа, и 2003 год. Вы лучше меня знаете. Да, я знаю хорошо очень. Это я настолько тогда был сам критически настроен. Даже что касается наших национальных диагностикумов, которые полностью были разработаны, для них не было рынка в Украине. Понимаете, это возмутительно. Это, кстати, нынешняя эпопея, связанная с коронавирусом, показала то же самое. Несмотря на обещание, что можно на базе Национальной академии наук создать просто надежное производство, мы к этому были готовы, ПЦР-диагностикумов, этого не было сделано. Раз. Писали. То, что мы создали одни из первых в мире, из пяти первых стран в мире, блестящая ИФА, ИФА метод тоже диагностикумы для коронавируса, по госзаказу, за госзакупкам не закуплено ничего, только регионы закупали. Понимаете, в этом вся как раз, извините, и реалии нашей большой жизни. Увы. Вот, но давайте все-таки мы, я понимаю, что вот есть корреляция между огромной финансовой помощью, которая в кризисное время оказали ведущие мировые миссионные центры, что это, слава богу, пошло на полезные вещи, на поддержку экономики, разработку тех же вакцин. Но не в этом только заключается мировая проблема, что мир почти экономика не растет, несмотря на такие фантастическую помощь. Как вы говорите, с февраля прошлого года дано денег больше, чем за всю предыдущую историю Федеральной резервной системы. Сопоставимый объем. Где же рост в 10% ВВП в Соединенных 10, Штатах? Где же все остальное? Нет, но рост ожидается. Ожидается. С чем он будет связан? Он будет связан с тем, что успешно проходит массовая вакцинация. Вот все-таки, вот, вы знаете, я может быть, и в конце концов восприму это как главный фактор. Ну хорошо, я понимаю, что количество, что все эти локдауны, ограничения общения людей, ограничения социальной сферы, сферы обслуживания, которая теряет большие деньги сегодня. Из-за того, что вынуждена. Я в любой магазин сейчас захожу, и меня требуют на входе. Ну, почти везде, как у нас все выполняется, да? Я обязательно мой ковид-сертификат. Да, ковид-сертификат на телефоне, все понятно. Но все, тем не менее, толпы людей в всех магазинах. Это черная пятница вопрос. Работает во всем. К сожалению. Да? Но, хорошо. Велюр эксцессы. Да, я понимаю. Но неужели это 90% всех наших нынешних проблем? Конечно же нет. Какую Если часть... Нет. Владимир Скажите, Петрович. Какую часть проблема ковида, которую все-таки, вы знаете, и у нас же такие уже сейчас меры, что в конце концов, мне кажется, 70% таки, несмотря на нежелание, провакцинируются, да? Вот, какую часть проблема ковида занимает в том, что мир не развивается, и покупательная способность украинцев, несмотря на рост сырьевых рынков, покупательная способность людей, она не увеличивается? По субъективной моей оценке, вы объективной оценкой, видимо, знаете, мне кажется, ухудшается положение каждой семьи. То есть сейчас, знаете, вот очень такое неуютное настроение, мне кажется, у многих людей. Люди не знают, куда же развивается экономика мира, при той еще конфликтах, количество конфликтов мировых, которые еще нагнетаются, и как экономика Украины будет развиваться. Вот мы же хотим развития страны. Ну хорошо, ковид какая часть? Это треть? 10% проблем? Половина? Так прямо, к сожалению. Ну, к сожалению, вы ученый, я понимаю. Не знаю для прямого ответа, но. Невольно, когда оглядываешься на прошедшие неполные два года, ты отдаешь отчет, что в мире есть некое технологическое, не индустриальное ядро, представленное в первую очередь Соединенными Штатами и другими высокотехнологическими экономиками. Да, Китай борется за это сейчас, да, первенство, даже это объявляет. Я что наблюдал они это всех. Технологическое противостояние, вернее, внешнеполитическую борьбу в контексте этого противостояния два года назад в Пекине на конференции, какая была критика. Политики. Это еще до локдауна? Да, до локдауна. Угу. До локдауна. Так вот. Если мы приподнимемся, ну как-то так вот посмотрим сверху, оценить, что же произошло за эти неполные два года, мы увидим. Да, был введен локдаун, но кто предложил экономические и финансовые пакеты, самые мощные, технологическое ядро? Кто предложил вакцины?
технологическое инновационное ядро. Да. Джонсон и Джонсон, Соединенные Штаты. Модерна, Соединенные Штаты. Pfizer, BioNTech, Соединенные Штаты с Германией. AstraZeneca – это совместная компания Великобритания-Швеция. Швеция. CoronaVac – Китай. Китай. Они предложили. Кто проводит... Индия еще предложила что-то. Да. Молодцы. Они производят вакцину на базе AstraZeneca. На этой же базе AstraZeneca, если я не ошибаюсь, налажено производство в Корее, в Южной Корее. То есть эти страны предложили и инновационное решение проблемы, они развернули производство, технологии производства, они предложили. Они предлагают массовую вакцинацию, от них зависит наполнение фонда международной инициативы с участием ООН COVAX по поддержке менее развитых стран. Экономик. Да. Сегодня там не хватает 20 миллиардов долларов. Им они быстрее других провакцинируются, и у них быстрее, нежели у периферийных экономик стран, отпадет необходимость в этих локдаунах. Они вырвутся вперед, они уже вырываются вперед. Те же, кто в свое время отказался от собственной вакцины, не смог возобновить ее производство, провалил госпрограммы, госзаказы, они отстают. И, в общем-то, это проблема неоднородности и разной скорости развития, она последовательна. Опять вы сейчас все время говорите о Я говорю уже об инновациях. Я уже говорю об инновациях. Как пример, да? Как пример. Если же мы вернемся к нашей экономике, к украинской, что мы видим? Согласно Всемирному экономическому форуму, в рамках этого форума все страны классифицируются на 5 групп. Первое, самое, так скажем, не обижая, не примитивное, а традиционные факторы производства. Земля, труд, капитал. Это первое. Пятая группа – это инновационные факторы производства. Это Дания, Соединенные Штаты, Евросоюз и так далее. Посередине – это страны, в которых преобладают традиционные факторы производства, но с элементом эффективности. Мы находимся между первой и третьей группой. Вторая группа. Впереди огромный путь. Все остальные, да. Итак. Если мы думаем продолжать специализироваться на производстве и экспорте сырья, давайте подумаем, что мы производим. Вот в чем мы считаемся специалистами. Зерновые, пшеница, да. Кукуруза. Чем рапс, фуражная, как правильно, да, как правило, пшеница. Рапс, соя, да, соевые. Технические жмыш. Культуры, да. И в этом контексте я предложил бы обратиться к так называемой гипотезе Пребиша-Зингера. Эта гипотеза была сформулирована в конце 40-х. Только в созданной Организации Объединенных Наций была создана экономическая комиссия, в которой работали одновременно аргентинский экономист Рауль Пребиш и экономист Ханс Зингер из Великобритании, который эмигрировал в свое время из фашистской Германии. И они выдвинули концепцию, гипотезу, что на долгосрочных, не просто долгосрочных, а исторически длинных интервалах, периодах времени... Цены, это означает 100 лет или сколько? Так, кондратьевские волны. Длинные, 60 тысяч. Да, как минимум. Угу. Цены на сырье растут более медленно, чем цены на обработанную промышленную продукцию. Поэтому страна всегда будет отставать от Получается, других, если она... Если страна специализируется на производстве сырья, то она, по сути дела, специализируется на отставание. Цены на ее конечную продукцию, которую она экспортирует, на продукцию ее специализации, относительно падают, относительно промышленной продукции. Долгое время, 50-е... То есть добавочная стоимость растет... Медленнее. Я это называю модель динамического отставания. Мы вроде бы и растем, но мы динамически отстаем. Но мы относительно других отстаем. Да. И поэтому возникает
как, опять-таки, учите вы экономисты, неэквивалентный товарный обмен с другими странами, что мы еще больше обеднеем, а те за счет нас обогащаются. Получается, он эквивалентный, но в качественном плане неэквивалентный. И исторической точки зрения невыгодный. Ну, конечно, цена имеет, и ясно, что торговля... Интерес к этой гипотезе исчез в 70-е годы на волне стагфляции. Вы помните взрывообразный рост цен на нефть, газ, сырье. Ну, подумали, что там сырьевые товары, все у них нормально. И вот кризис 2008-2009 года, этот сырьевой суперцикл заканчивается. И интересно, что же это гипотеза Пребиша и Зингера. В 2013 году выходит исследование Международного валютного фонда. И там на длинных стат-данных, начиная с 1650 года, показано. Ничего себе. Подтверждается эта гипотеза. Это предположение подтверждается. Еще со времени развития капитализма в Англии, да? Да, это 17 век. Это, по сути дела, великая буржуазная революция в Англии. Да, да. Вот я же как раз об этом Я не брал такие длинные ряды. Взял ряды за последние 40 лет. За последние 40 лет. Возможно, вас удивлю, сказав, что цены на пшеницу за последние 40 лет, с 80 по 21 годы, выросли всего лишь в полтора раза. Несмотря вот на эти все колебания, всплески, ну и были глубочайшие провалы, падения, рецессии, выросли только в полтора раза. Цены на кукурузу выросли в 1,7 раза. А на газ только удвоились. Вот от точки до точки. Имею в виду... Если сгладить... Если, наверное, учесть инфляцию денежного эквивалента... Это номинальные цены. Номинальные цифры? Номинальная цена. Это цены на мировом рынке. Но если мы возьмем цены... Так получается, если учесть реальные цены... Нет. В эквиваленте, скажем, по золотому стандарту... Владимир Петрович. То уменьшение получится. Но если взять за эти же 40 лет, как изменились цены на обработанную продукцию, прошедшую на продукцию, которая прошла промышленную обработку, они выросли в 2,4 раза. А конечная продукция в Соединенных Штатах 3,5 раза. То есть эта гипотеза, она подтверждается вот на тех данных, которые можно взять. Занимайтесь промышленностью, занимайтесь инновациями. О чем идет речь? Уходите от сырья. Это просто уже мировой закон, который нужно не просто слышать от таких людей, как вы. Это бесперспективность. Или я буду иногда Академии это наук. Популяризировать. Академии наук. Да. Это просто бесперспективность. Но этого же не происходит в реалиях. Ведь смотрите, вот в реалиях экономики все-таки, знаете, мы очень здорово, что говорим о таких общих вещах, и в таком вот контексте, вот даже, ну, извините, даже в такой риторике, откровенно говоря, это я при всем моем, так сказать, погружении вам в информационное, так сказать, поле, я не помню, чтобы от кого-то слышал такого уровня разговор у нас. Но вот тем более, что когда мы понимаем такие вещи, мы должны же четкую давать оценку, должны делать у нас в стране, и что же мы не делаем, чтобы избежать вот такой драматической перспективы, что мы еще больше будем отставать. Да. Или сырьевой ловушки, чтобы, как вы называете. Чтобы избежать сырьевой ловушки. В общем-то, опыт и ситуация Украины, они, может быть, уникальны в том смысле, что мы откатываемся от более высокотехнологических способов производства, которые были... Что мы имели еще в Советском... Ну, да, я признаюсь. При распаде Советского Союза. Я пришел молодым специалистом на предприятие Минэлектронпрома, где производились компьютеры. Компьютеры, которые ставились на ракеты, на самолеты, и они работали. Мы полностью обеспечивали электронику всей нашей ракетной техники. Все системы управления. Это было на самом высоком мировом уровне. Я знаю харьковские организации того времени. Да. Это завод Шевченко, который рождал руководителей даже отраслей. Это потеряли. Коммунар, это Хартон, нынешний, слава богу, они живут. Я подготовился к нашей встрече. Вот взял два смартфона. Первый я купил 5 лет тому назад, это производство Microsoft, они тогда выкупили Nokia и пробовали войти на рынок
мобильных телефонов, мобильной связи. Где производен, где был изготовлен этот смартфон? Я был чрезвычайно удивлен, открыв его, менял там что-то. Вьетнам. Вот он. Не Китай, а Вьетнам. Вьетнам. Производство перемещается уже из Китая во Вьетнам. Прошло 5 лет. Microsoft вышел из этого бизнеса, у него там что-то не сложилось, вышло. Nokia тоже успехов не имеет после клубочных телефонов. В этом году, думаю, надо обновить. Недавно взял новый телефон. Samsung 21. Где он произведен? Очень хороший телефон. Знаете, где он произведен? Во Вьетнаме. Оба произведены во Вьетнаме. То есть Вьетнам хочет повторить успех Китая? Вьетнам идет по этому пути. Вьетнам идет по пути экспортоориентированной индустриализации. То есть не сырья, то есть именно в готовой продукции. Не только не сырья, не только индустриализации на базе импортозамещения и внутреннего рынка. То есть нам не нужен чужой промышленный импорт, мы сами произведем то, как было в Латинской Америке, в Советском Союзе в свое время. А восточно-азиатские страны, они показали другой опыт. У них индустриализация на базе экспортоориентированного производства. Когда они выходят на экспорт, они вынуждены конкурировать с более мощными компаниями. Они вынуждены привлекать самые высокие технологии. Они подключают к своему производству самых мощных финансовых игроков на рынке. Они включаются в их производственные цепочки. Они, если это делается с умом, не на уровне сырья, они локализуют производство у себя в экономике. Хорошо. Это тот смотрите, путь, это, вот вы удивили всех Вьетнамом, откровенно, что вот я не открывал свой телефон, но я, может, бережно отношусь, они у меня не ломаются. Вот. Но, казалось бы, сегодня... Вот происходит заседание правительства или собирается Совет национальной безопасности и обороны или концессия Верховной Рады, и там говорят, коллеги, вот наши самые умные экономисты, которые сосредоточены в Национальной академии наук, говорят, что мы идем по порочному пути сырьевому, что это путь никуда, и что если, так сказать, ну, нам еще повезет, мы тут переизберемся снова в депутаты или еще куда-нибудь, то следующие уже точно скажут, а чем мы занимались в экономике, что страну делаете все больше и более отсталой от всего мира и от таких стран, как Вьетнам, которые всегда смотрели на нас снизу вверх, на Украину. Но этого мало, кроме того, констатации факта и, я кажу, заклику до цього. Скажите, что делает Вьетнам, кроме, ну скажем, настойчивой такой дирижистской политики правительства, которое говорит, а ну-ка встраивайтесь в цепочки, отправляет свои целые там группы вьетнамцев, которые, по-моему, в всех городах уже, даже Украины находятся, такие у них местные колонии, как бы в хорошем смысле. Но кроме этого же мало, они должны же какие-то принимать законы, которые рыночным способом стимулируют подобную деятельность. Мне думается, вот что они делают, чтобы могла делать Украина? Владимир Петрович, я думаю, что если идти исключительно по пути надежд, что рынок сам отрегулирует, то мы... Не, рынку дать надо новые правила. Ребята, вы можете сражаться. Согласен. Да, вы можете заниматься, продолжать экспортировать рапс, как это делают наши вот эти аграрные холдинги, там, и добивать уже землю, которая там уже слезами плачет наш национальный научный центр, наше грунтознавство Академии аграрных наук, то, что вытворяется сейчас с землей. Можете продолжать. Но вы скоро будете банкротами, потому что все деньги, все ресурсы перетекут к тому, кому мы дали определенные законодательства, которые стимулируют, чтобы они занимались готовой продукцией. Латифундист не пострадает. Крупный латифундист, крупный агрохолдинг не пострадает. Из-за монополизма? Из-за того, что у него есть спрос на внешнем рынке, пострадают национальные интересы. Вот национальные интересы пострадают. Я абсолютно с вами согласен, опыт Украины не уникален в том отношении, что мы специализируемся на производстве и экспорте сырья. Но в то же время мир предлагает уже известные опыты, как смягчать эту и избавляться от этой зависимости. Для смягчения создаются суверенные стабилизационные фонды. Что это такое? Когда идет
рост конъюнктуры на сырье, допустим, вследствие этой же эмиссии в Соединенных Штатах, увеличивается цена на нашу экспортную товарную продукцию, производитель для роста, для увеличения дохода ничего не приложил. Он ничего не сделал. Это глобальная рента. Это глобальная закон. Цены увеличены. Глобальная в чем его заслуга? Да. Что делают? Забирают часть аренды в национальных... Забирается в стабилизационный фонд. В сырьевой стабилизационный фонд. Ну, например, фонд. Грубо говоря, Норвегия. Так как у нас НДС, можно не возвращать нашим аграриям. А тем не менее, лоббируется закон про очень серьезному возврате НДС. Тут нюанс в том, что... Потому что НДС-то уже получается сверхприбыль для них. Тут идея заключается в том, чтобы в тучные периоды конъюнктуры забирать избыток, эту дельта в суверенный фонд. А когда конъюнктура падает, использовать наоборот эти средства для смягчения циклов, бюджетных циклов. Тут возникает вопрос. Государство будет решать. А вот какую рентабельность считать приличной для так тех, вот, кто для за этого сверхприбыли получается? Вот какая для аграриев рентабельность, рентабельность приличная является? Тут вопрос решается чуть-чуть по-другому. Определяется некоторый усредненный темп, в кавычках, нормального роста цен, а то, что сверх, изымается. И в принципе, это не уникальный опыт. 100 крупнейших суверенных фондов, стабилизационных фондов в мире сегодня управляют активами. В 100 странах? Или как? Или это международные фонды? Там, в общем, любая... Ну, в Евросоюзе, наверное, свой фонд есть. Да? В Евросоюзе, я не знаю, есть. В Соединенных Штатах, в Мексике, в Канаде, страны Перской затоки, Норвегия. Чили, был медный фонд, они его создали в 85-м, трансформировали в стабилизационный, в суверенный, извините, фонд экономической и социальной стабилизации. Они сглаживают динамику доходов и расходов бюджета, и через это сглаживают экономическую хорошо, динамику. Хорошо, предположим. Но так, да. Эти фонды не решают ключевую проблему в зависимости от сырья. Правильно? Это да, просто сглаживать. Конечно. То есть первое, что надо сделать, создать фонд, который бы мог позволить сглаживать эту негативную конъюнктуру для бюджета и для экономического цикла. Второе, скачки цен. Цен, абсолютно да, верно. Второе, необходимо задуматься, а как нам выходить из сырьевой зависимости. Для этого... Подождите. Да, хорошо. Пока выйти из сырьевой зависимости, нужно еще навести какую-то справедливость в ценах на сырье на внутреннем рынке. По крайней мере, так называемый реверс, в кавычках, прекратить. Потому что это искусственное завышение цен на сырье. И всякие схемы Роттердам плюс. То есть это уже сверхуродливо выглядят эти вещи. Роттердам плюс я тут комментировать бы не хотел. Вы считаете это правильно? У меня скептический взгляд. Ну, совпадает. Мягко скажу. У меня скептический взгляд относительно же реверса. Здесь нюанс с одной стороны. Физически это может быть не европейский энергоноситель. С другой стороны, мы его покупаем по европейским правилам. То есть цены формируются не на основе, как мы договоримся с производителем, а то, как работают правила в Европе. Но сами же европейцы, они имеют и рыночные цены, как говорят на споте, проблема, и долговременные контракты. Одна поэтому из они, проблем энергетических, которая вот вспыхнула осенью этого года, она была связана именно со спотовыми ценами. Рынок провалился, тут был провал рынка. И сегодня мы видим очень непростую ситуацию на рынке энергоносителей. Ну, давайте все-таки вернемся. Хорошо, мы приняли модель, что мы будем регулировать сейчас... Первое, мы сглаживаем. Сглаживаем. Надо сглаживать. Да. И все вот эти дельты, которые от сглаживания, мы можем какие-то национальные стабилизационные фонды. Это стабилизационный фонд. Хорошо, а вот как, у меня вопрос естественный, больше риторический. Этот национальный фонд, кто будет им распоряжаться? Понимаете, вот мы уже все имели. Мы уже имели ковидный фонд, и сейчас идут всякая критика, как мы его тратили.
Дальше, мы сейчас еще новый фонд, и всегда будет лоббирование тех политических сил, которые приходят к власти, в общем-то, в своих интересах. Владимир Петрович, я абсолютно с вами согласен в том, что за государством необходим, за государственными институтами, за регуляторами необходим контроль. Я согласен. Я согласен в том, и сам сталкиваясь с некоторыми госорганами, думаешь, господи, да лучше бы тут был частный бизнес, сделали быстрее, эффективнее, лучше. Но от государственного регулирования никуда не уйти. Не уйти, это и определяющее. Это первое. Сейчас, и определяющее, потом. Да. И тогда давайте мы подумаем. Либо же мы отходим от, вообще отказываемся от модели, от идеи государственного регулирования, та попытка, которая была, попробовали ее реализовать 30 лет тому назад, шоковая. Нет, это уже прошли, уже не надо. В таком случае надо думать о том, как, это будет как уже учиться развод. Управлять. Надо учиться управлять. Культура хорошо, управления хорошо. И государственного давайте регулирования. Давайте так оставим эту тему, может, культура управления тоже. Экономикой. Может быть, мы отдельно встретимся, потому что вопрос, какие должны быть институты, какие должны быть полномочия. Какая должна быть алгоритмизация структуры для того, чтобы управления? Минимизировать все да, риски. Потому что сейчас, конечно, хаос, непонятно, какая ответственность каких-то министерств, и вообще ну, большие проблемы. Давайте вынесем это за скобку. Кроме национальных фондов, которые создаются из-за колебания цен на сырьевых рынках, какие еще есть механизмы вот, рыночно-государственные для того, чтобы можно было двинуть экономику вперед. Украины вперед, вперед, чтобы не попадать в эту сырьевую ловушку. Ловушку, чтобы постепенно, постепенно в конкуренции, но переходить на более высокие технологические что уровни. Что для этого нужно делать? Мир, опять же таки, предложил. Что в мире делается? Что да? Вот сегодня какие банки, инструменты? Банки, институты развития. Банки, институты развития. Мы все знаем, мы все... Некоммерческие банки, которые занимаются спекуляцией на депозитах людей. Ну, да. Не будем утрировать. Да, и на ВГЗ, и банки, институты развития. Да. Мы же знаем, как-то что инвестиционные, есть. У которых есть инвестиционные составляющие. Мы, с одной стороны, мы не хотим связываться с банками развития. Свой украинский банк реконструкции и развития в 2017 году мы продали инвесторам из Китая за символические 80 миллионов. Так гривен. Его не реализовал. Да, мы не смогли реализовать потенциал. Банковские документы мы но продали. При этом, да. Но при да. этом Международный банк реконструкции и развития есть, есть. Европейский есть, есть. Европейский инвестиционный банк есть, есть. Азиатский банк развития хорошо, есть. Есть. Африканский. Латиноамериканский, слишком межамериканский. Украинского нет? Украинского нет. Нет. Европейскими банками время, пользуемся, как, но для вот инфраструктурных буквально, проектов. Буквально только. В этом году, по-моему, прочитал интервью с руководителем банковской группы Ротшильдов в странах СНГ. Что говорит представитель банковской группы Ротшильдов? Украине явно не хватает своего суверенного инвестиционного фонда. Дайте почитать, это действительно, я с удовольствием спрошу вам. Да. Не хватает своего суверенного инвестиционного фонда, который бы слово суверенное мне нравится. Могли бы поддержать и частные иностранные соинвесторы. Замечательно. Они могли бы участвовать. Хорошо, это хорошая идея. Должна быть банковская система именно для развития да. финансовой системы. При этом. Скажите, а вот говоря сейчас, все повинні бути в рівних економічних умовах податкових. Вот такой тезис опять каждый раз звучит. Более того, во всех навязанных условиях Международного валютного фонда звучит, что никакого протекционизма промышленности, никаких там льгот налоговых, чтобы никого не было и так далее. Ох, вы меня пытаете в такую зону, вы, Владимир Петрович, это, меня в такую зону я пытаете. Вас, но, так я должен вас провоцировать. Первое. Вот первое. Эти вещи. Закон должен быть законом. Да, да. В моем представлении закон должен быть законом. Даже если он не совершенный, но он должен быть одинаковым, независимо от того, от должности, от ранга, это пешеход или автомобилист. И от качества его автомобиля. Ну, пешеход и автомобилизм, функции-то разные. Разные. Но, пешеходу идти гулять, а автомобилист может едет на работу делать вклад в экономику. Пешеходов подчас сбивают и на переходах, и на тротуарах автомобилисты. Это тоже вторая сторона. Это первое. Теперь. Это первое. Потом, могут ли быть преференции? Я отвечу не прямо, а косвенно. Если мы возьмем угоду про ассоциацию между Украиной и ЕС, там есть много положительных идей, много положений, которые дадут нам в будущем вырваться вперед. Но в то же время заложены некоторые такие положения, о которых мы даже не думаем, не подозреваем и не обсуждаем.
Как-то. Которые как третий как-то энергопакет выплывают потом. Как-то. Оказывается, Украина взяла обязательство, по сути дела, по предоставить практически свободный доступ европейцам к нашему сырью. Да. С одной стороны. Да. Этот мораторий. Поэтому им не нужно заниматься своим сырьем. Они будут нас обгонять. При этом это прямое отражение. Это прямое отражение промышленной стратегии ЕС, которая была принята 11 лет тому назад, в которой сказано, что надо развивать сырьевую дипломатию. Сырьевая дипломатия. Водка? Да, дипломатия. Дипломатия с теми странами, которые бы обеспечили поставку сырья и необработанных материалов для своего собственного производства и для подъема своей европейской промышленности. Это с одной стороны. С другой стороны, некоторые положения этого соглашения предполагают, что мы взяли обязательство в течение 5 лет убрать все ограничения импортные на импорт ношеной одежды, поставляемые из Европы. Но это вообще, это перлы. Это, да. Но это подписанное соглашение. Кроме этого. Ну как оно подписывалось, и я помню и свою личную позицию, что нельзя было тогда торопиться с этим ни в коем случае. Кроме того, никто не считал, мы взяли этого. Себя обязательство не применять никакие специальные ограничения на импорт подержанных автомобилей, если их количество не превышает 45 тысяч в год. Ну и сделали свалку в Евроблях. Понимаете? Которая теперь невозможно проехать по машинам и дышать. Когда ты смотришь на суть подобных положений, угу, ты невольно задумываешься. Получается, твое место в этом мире таково. Ты поставляешь сырье и будешь, а потом превращаться в свалку и в рынок для чужих товаров. Чью-то одежду, да. И езжай-ка ты на автомобиле был, не более. Это те вопросы, которые вы затронули. Да, это слишком пессимистично. Все-таки я считаю. Нет. Да. Это не пессимистично. Это нужно знать. Реалии, по которым мы работаем на ваш сейчас. Вопрос. Да. Должна ли быть какая-то дифференциация? Угу. Надо ли выставлять специальные цели развития? Вот дифференциацию сделали. Вот мы их над увидели. Нами и за нас счет. Вместо того, чтобы мы сделали свою дифференциацию, поставив барьер тому, что нам не надо, и дать импульсы тому, что надо. Вы знаете, я привык все-таки больше винить в своих бедах себя самого, и в этом отношении. Да. Что мы не так сделали, что так, к этому что привели? Мы сами поставили подпись. Мы сами довели себя до этого состояния. Если мы начали нашу беседу сегодняшнюю с вопроса биологического, физиологического, да, как он влияет иммунитета. На эконом, да. Мы не выработали за 30 лет ни экономического, ни финансового иммунитета глобально. Иммунитета, да, который основан на интересах нашей национальной безопасности. Национальные интересы, безопасность, инновации, технологии – это тот путь, по которому мы должны были бы и должны идти. Это оптимистичный путь. Это то. Скажите, алгоритм этих действий. Хорошо, знаете, пессимистично уже, так сказать, говорить о том, что вот мы сейчас так оказались, значит, и будем барахтаться, ну, пока как-то будем выживать. Это не наш подход, потому что наука, безусловно, основана всегда на оптимизме, наука на перспективе и на прогнозе. Правильно. Вот скажите, у нас, дело в том, что у нас настолько интересный разговор, но он имеет всегда свои рамки, и я рассчитываю, что мы все-таки с вами проведем вторую серию. И для того, чтобы заинтриговать вас перед второй серией, в недалеком будущем, потому что сейчас будут многие события, будет новый бюджет страны, будет послание президента, будут многие другие вещи, которые вот в экономике происходят. Опять что-то нам скажет G20, опять что-то произойдет между странами, и будет, безусловно, повод для разговора. Поэтому последний вопрос, который не требует вашего развернутого ответа, но требует однозначного света «да» или «нет». Скажите, пожалуйста, наши ученые-экономисты, где основной интеллект сосредоточен в Национальной академии наук, имеют алгоритм пути Украины, чтобы выйти из такого сложной ситуации и все-таки изменить траекторию, точнее,
путь неровности нашей экономической жизни и все-таки перейти на экономику не отстающую, а хотя бы экономику догоняющую? Владимир Петрович, алгоритм, я бы сказал так, само наше общение с вами в Президиуме Академии наук сегодня, оно показывает, что мы прекрасно понимаем, в каком направлении необходимо двигаться. Мы понимаем те ключевые составляющие элементы этого перспективного будущего, которое необходимо задействовать. Выработать же конкретные методы и шаги – это уже вопрос объединения усилий и Национальной академии наук, и высшего законодательного органа, и правительства. И нашего правительства, по инициативе которого создавался в свое время ваш институт, для того, чтобы он давал рекомендации, что нужно делать кабинам. Но вы только при этом улыбаетесь. Спасибо, Владимир Петрович. Отлично. Я с вами согласен, что само понимание задачи и сама постановка задачи – это фактически уже ее решение. Как говорил Карл Маркс, это уже половина решения. Да, и физики тоже так же говорили. Сергей Александрович, надеясь на скорое продолжение очень интересного разговора, потому что мы и сотой части не подняли тех вопросов, которые собирались с вами, разрешите вас поблагодарить действительно за огромное и интеллектуальное удовольствие общаться с вами, а главное за очень полезные те позиции, которые, мне кажется, всем нужно прослушать по нескольку раз, которые вы сегодня называли. Спасибо вам огромное. Владимир Петрович, для меня честь встретиться с вами. И всякий раз, когда я с вами общаюсь, это интеллектуальный вызов. Вызов, надо подготовиться и быть в форме, чтобы общаться с вами. Так, я понял, что мне тренироваться нужно еще больше. Спасибо, Владимир Петрович. Спасибо огромное. Благодарю вас. Шановні колеги, сьогодні нашим гостем був член-кореспондент Національної академії наук, один з провідних економістів України, людина, ім'я якої відомо далеко за нашими межами, Сергій Олександрович Караблін. Сьогоднішня бесіда, мені здається, дала ще більше питань і ваших можливих звернень до нашого YouTube-каналу, для того, щоб ми запропонували нові бесіди і нові діалоги на тему нашої економіки. І головний висновок, мені здається, в кожної економіки, ми не просто констатуємо. Ми бачимо проблеми і головним чином будемо говорити і далі, що треба зробити, щоб наша Україна була успішною. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, пишіть до нас і пропонуйте кандидатів на нові зустрічі. Дякую вам дуже.